Заводим модель, ребята. Не заводим, потерпите немного. Возможно, последняя гонка, а возможно и нет. Участники заняли места на стартовом мостике. Включили аппаратуру для проверки. ФСРХ 3,5, четвертая попытка. Четвертый полуфинал. Взрослый. Поработали. Претензии по работе аппаратуры в ходе гонки не принимаются. Время гонки 4 минуты. Нужно проехать 6 кругов. Напоминаю, в безопасном прохождении вдоль стартовых мостиков на безопасной скорости, на безопасном расстоянии. Судьи готовы, Константин? 2,5 минуты подготовительного времени. Вроде все участники стартовали. Нет, вот последний участник. 50 секунд до старта. Левый верхний стоящий модель на гоночном курсе. Левый верхний знак. Стоящий модель. Время засечки. Левый верхний две модели, левый верхний две модели стоящие на гонке. Блин, Рома опять походу. Да. Плохо видимые левый верхний две модели. Новосибирск, Пенза стоят. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, старт! Первый старт, пятый старт, четвертый старт. Помощники, шестой старт. Пятый номер помощник. Помощники. Модели стартовали, удачной гонки. Первый круг, пятый круг, четвертый круг. Шестой круг. Так, борьба идет у нас. Ага. Номер 5 вышел вперед. Четвертый, первый. Так, первый это Вильянова, что? Нет, это не Вильянов. Второй, два круга. Шестой, два круга. Пятый три круга. Четвертый три круга. Первый три круга. Второй номер три круга. Эх, Сергей Анатольевич наружу ушел. Пятый четыре. Четвертый четыре. Первый четыре, шестой, три круга. Левый нижний. Нижний левый стоящий модель.
Нижний левый знак. В районе защечки ставится модель. Будьте внимательны. Номер 2. 4 круга. Номер 5 на финишном круге. 4 на финишном круге. Так, вот пока тройка победителей. Сейчас посмотрим, будет ли борьба. Опа, проскочил. Ну-ну-ну-ну-ну, пятый вошел. Эх, через модель переехал. Пятый и четвертый номер. Только Захей сейчас определит, кто из вас был первый, кто второй. Так, Власов и Миширов. Шестой номер. Все. Продолжаем движение по дистанции. Так, второй финиш. По дистанции движение. Давно у нас такого не было. Все решит фотофиниш. Номер 6. Финиш, конец гонки. Модели к мостику. Можно сократить дистанцию. Рабочей команде подобрать модели с воды. Сейчас мы узнаем, у кого был первый приход. Очень сложная ситуация была, спорная. Но у нас есть